Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в игру под названием Little Miss Fortune, то есть маленькая неудача. У нас здесь какие-то, видишь, у нас появились камни, на которых что-то написано. Давай посмотрим, что это такое. Ну-ка. Мы, кстати... О, посмотри, на этот камень. Он отличается от обычных камней, уверяю тебя. Думаю, ты права. Мы следим за лисом, точнее, не следим, а бежим за ним. Пытаемся его схватить, потому что он забрал наш подарок. Это было в прошлой серии. Так, и что мы здесь должны сделать? О, этот кусок шатается. Возьму его себе. Возможно, он пригодится в другом месте. Ну, кстати, да, возможно. То есть... Окей. О! А, вернет на место. Ну, фиг знает. Давай-ка попробуем, знаешь, что? Вот это. Смертельная игра кормит теней из мира духов. О! А что это может значить? По мне, так это полная бессмыслица, неудача. Правда. Может, это еще одна... Еще не вся бессмыслица. Да, то есть нужно будет еще какую-то головоломку найти. Просто другой камень взять. Видимо. Либо в другое место этот камень поставить, и там уже другая надпись будет. Ну, давай попробуем. Просто попробуем. Здесь ничего нет. Совсем. Видишь, как получается. Окей, ищем другие камни. Я думаю, здесь будут другие камни. Ой. Ага, туда. Эта нора выглядит очень похоже на то место, куда лис бы спрятал свой сюрприз. Хочешь сказать, мне нужно туда спуститься? Именно. Не беспокойся, ничего плохого не случится. Совсем ничего плохого. Ладно, ты говоришь очень уверенно. Я доверюсь тебе. Интересно, зачем Бенджамин украл мой приз? Может, он сам несчастлив? Я не знаю, а стоит ли вообще туда идти? Других камней у меня все равно нету. Возвращаться в обратную сторону я не могу. То есть придется падать туда, даже если я не хочу. Ладно. Но мне самой нужно это счастье. И моей маме. Ау, есть там внизу? Ой-ой-ой, упала. Стоило ли это того? Даже не знаю. О, это было серьезное падение. Эй, мистер Голос, ты здесь? Давай искать, что у нас здесь есть. Но у нас есть камень. На всякий случай мы его взяли все равно. Отлично, я нашла иголку в стоге сена, окей. Отлично. Проклятие, я ее уронила. Ой. Типа, как нашли, так и потеряли, да? Лол. Нифига себе. Средство для отпугивания лисов. Не могу отрицать, что флакончик красивый. Возьму его. Ой-ой-ой. Что-то появилось. Лучше, 10 из 10. Возьми сейчас. Самая лучшая вещь. О. Ого. Если еще раз попробую так же сделать. А прикинь, если что-нибудь другое активируется еще одновременно. Блин, ну, если так все легко, так все просто, знаешь, прямолинейно, то это, конечно, неинтересно. Это, конечно, супер неинтересно. Ага, вот ты где. Что ты делаешь? Бенджамин? Бенджамин. Мистера Голоса нет, кстати. Использую средства для отпугивания лиса. Не, не буду. Бенджамин! А чего он меня толкнул? Говнюк! Что с ним не так? Я не хочу просто... Я, мне кажется, что он не злой. Он не пытается меня убить или еще чем-нибудь сделать. Во что я ввязался? От нее одни неприятности. Возможно, была ошибка выбирать ее для этого. Я имею в виду, я видел, как она ела блестки. Кто так делает вообще? Это неестественно. О. Неудача. Ты жива и здорова, это замечательно. Да, а где я? А что произошло? Опасный лис напал на тебя? Бенджамин напал на меня. Получается, он действительно плохой лис. Видишь, я говорил, что этот лис злой. Да, возможно. Мне стоило тебя послушать. Нам нужно все еще найти этого лиса и вернуть вечное счастье. Может, мы можем узнать, где он живет?
Да, конечно. Дай мне минутку для размышления. Я скоро вернусь. Хорошо, я буду ждать здесь. Ишь. Прохода нет, проезда нету. Знак. Газета какая-то. Местный художник уходит в отставку. После инцидента мой сын пропал. Нашествие птиц. Мы не победили, но повеселились. Спортс. Посмотрим, что нового. А, все что ли? Уже ничего. Какие-то плакаты интересные. Смотри, зоопарк. Ну, знаешь, с животными. Я тут погуглил и узнал, что у лисов в зоопарке живет кузен. О, правда? Мы могли бы пойти, вдруг он знает, где живет лис. Но как мы доберемся до зоопарка? Это очень далеко. Отчего же мы воспользуемся автобусом? Здесь должна быть остановка. Хорошо. Какие страшные лица. А, как я оказалась в центре? Я перенес тебя сюда. Но как? Ты просто голос в моей голове. Просто голос? Нет, я способен на гораздо большее, чтобы ты знала. Докажи. Мне не нужно ничего доказывать. Как скажешь, мистер Голос. Ладно, ты действительно хочешь увидеть, на что я способен? Подожди, мой шнурок. Нифига себе. Ну, он демон. Ну, он какой-то плохой, мне кажется. Вот, видела? Я не просто голос в твоей голове. Неудача? Что? Ты видела? Прости, у меня проблема со шнурком. Давай просто пойдем дальше. Ну, голос у него крутой. Дикторский. То есть, если это монстр, то странно, что у него такой голос. Эй, ты выглядишь знакомо. Это тоже девочка с плаката. Что? Пропавшая без вести. Минуту... Разве это не... Даниэла Бомбини? Ты знаешь этого ребенка? Да, со школы. Она сказала нашему учителю засунуть домашнее задание в свой зад. Знаешь, она истинная итальянка. Скорее всего, она просто сбежала из дома. Она скоро вернется. Думаешь? Да. Ну, хорошо. Ой, что я делаю? Даниэла Бомбини? Даниэла Бомбини? Опаньки. Какие-то странные чуваки постоянно стоят. Эти люди на картинке были такими счастливыми, попивая свой сок. Да-да, сок, все верно. Мама постоянно приводит меня сюда. Здесь очень скучно. Иногда она отправляет меня за сигаретами, а сама обнимается с незнакомцами у мусорных контейнеров. Это правда? Угу. Мама у них проститутка. Жестко. Ну, не у них, у нее. Катсцена какая-то. Этот мужчина только что обронил свой кошелек. Что ты хочешь сделать? Вернуть, конечно. Мы добрые поступки делаем. Погодите, сэр. Вы уронили свой кошелек. Вы не можете его поднять? Чё? Или он поднял все-таки? А и карточку-то обронил. Ну, мы в любом случае бы эту карточку взяли, даже если бы он обронил или не обронил. Это мне? Лотерейный билет. Круто. Спасибо. Ну, взгляни, он выигрышный. Давай. You win. You win. You lose. Не. Выигрыша нет. Может, повезет в следующий раз? Может быть. Однажды мама привела меня сюда и забыла. Мне пришлось играть внутри всю ночь, пока охранник не нашел меня. Он подумал, что я енот. Что ж, похоже, что весело ты провела ту ночь. Ага. Не считая того, что я много плакала, было весело. Ой. Блёски, енот. О, Френбол проехала, видели? Если не видели, отмотайте.
Чисто один в один Фрэнбоу. Вот опять она проехала, лол. Здесь написано, признайте, порой мы слишком устали, чтобы улыбаться. Воспользуйтесь нашим смайликом и прекратите притворяться. Хорошо. То есть, купить счастливое лицо можно. Отличное, отличное место. Я знаю, чей это магазин. Чей? Папа Кейси. Кто такой Кейси? Друг со школы. Правда, я уже давно его не видела. Какие-то игрушки лежат. Это, видишь, как раз-таки потерянным детям. Смотри, еще больше плакатов с пропавшими детьми. Так много. Интересно, почему они пропадают? О, не беспокойся о них. Я уверен, однажды они все вернутся. Думаешь? Конечно. Не знаю, мистер Голос. Здесь творится что-то загадочное. Ну, их похитил этот же мистер Голос, мне кажется. Мистер Голос слишком подозрительный. Ну, типа, зачем ему меня направлять к этому вечному счастью? Мы на месте. Ты когда-нибудь ездила на автобусе самостоятельно? Нет, никогда я не знаю, что делать. Мне нужен билет. Давай узнаем. Есть справочное табло. О, смотри, нам нужно подождать 2 минуты. Ничего себе. Мне не терпится встретиться с кузеном Бенджамином в зоопарке. Я расскажу ему, как плохо Бенджамин себя вел. И что Бенджамин должно быть стыдно. Звучит отлично. 2 минуты. Ну, за 2 минуты можем еще посмотреть что-нибудь. Здесь написано, что дети младше 15 лет могут ездить на автобусе бесплатно. О, мне 8, так что все хорошо. Здорово. Сейчас, когда я подумал об этом. Пожалуй, тебе нужен билет. Ты кажешься старым. Я определенно старше, но меня никто не видит. А, ну ладно. Тебе около 20? Да, где-то около того. Какие-то страшные бабульки. Мне сесть или подождать? Делай как хочешь. Хорошо, спасибо. Не хочу. Смотри, улица называется Диккенс Роуд. Понял? Диккенс Роуд. Дик. Кто английский знает, тот понял шутку. Эй, привет. Зачем ты со своими друзьями потащила меня на небо? Чтобы ты знала, из-за тебя я опоздала на вечеринку. О, ладно. Она каркнула. Будет вариант подождать? Я присяду. Немного устала от всей этой ходьбы, понимаешь? Могу представить, у тебя очень маленькие ноги. Именно, я маленькая леди. Вот то я. Посмотри на этих старушек. Они жутковатые, тебе не кажется? Честно, я видала похуже. Правда? Да. Знаешь, моя мама носит такую же маску. Ей нравится прятать за ней улыбку и слезы. Тебе бы хотелось такую маску? Не, может быть, я не знаю. Автобус приехал. Любите себя. Маски Happy Face. Счастливые маски. Счастливые лица. Поездка на автобусе займет некоторое время. Как ты к этому относишься? Ничего, Хиро составит мне компанию. Кто такой Хиро? Это мой друг из Японии. Кстати, он призрак. Он постоянно говорит «Кирива докуде судака». Ты очень забавная неудача. Призраков не существует. Кирива докуде сука. О, я люблю коров. Такая смешная. О, как мило. С коровой чем произойдет, наверное. Ой, господи, фу, как много какашек. Беги со всех ног, маленький детеныш коровы. Я не знаю, вот зачем такие сцены добавлять вообще. Ты видел, происходят постоянно такие вещи. Со мной. Следующая остановка — зоопарк. Кажется, мы подъезжаем к зоопарку. Отлично. Просто бессмысленная сцена. Поездки на автобусе.
Ух ты, вот мы здесь. Мне не терпится попасть внутрь. У тебя уже есть билет, верно? Какой билет? О, разве я не дал тебе билет ранее? Что? Нет, не давал. Боже мой, прости, я совсем забыл. У тебя есть идеи, как пробраться внутрь? Ну, ты понимаешь, не заплатив. Я видела, как мама показывала грудь парню в магазине, получила бесплатную еду. Только моя пока не выросла, значит, это не сработает. Понятно. Так, у меня есть идея. Что если мы воспользуемся отвлекающим маневром? Что такое отвлекающий маневр? Ну, мы заставим билетера посмотреть в другую сторону, понимаешь? Одурачим его. Хорошо, давай подумаем, как можно это сделать. Туда, разумеется, опять нельзя сходить. Но вариативности... То есть, здесь есть вариативность, да, в некоторых местах? То есть, ты можешь сделать либо одно, либо другое, два варианта, да? Но в какой-то степени все равно непонятно, хорошо это или плохо. Ох, волк, я могу погладить волка? Он выглядит очень милым. Просто подожди и узнаешь, неудача. Просто подожди и узнаешь. Хорошо, я подожду и узнаю. Чё подождать-то? Они знают о пропавших детях. Да везде знают о пропавших детях. Есть билеты в зоопарк. О, мерзость. Нет билетов, только гадость. Так, ты под машину, что ли, пошел? Так, это хрупкое, словно... Словно можно разбить булыжником или чем-то еще. Кажется, я кое-что придумала. А что если... Разбить окно, соврать? Не хочу разбивать. Соврать. Я совру так, чтобы он поверил. Ложь, неудача. Ты уверена, что хочешь это сделать? Да, то есть это единственный способ попасть внутрь. Доверься мне. Отлично, пошли. Но прикол в том, что... О, нифига себе, у этого чувака глаза красные. The Horror Fire. Короче. Эй, помнишь? Фантасмагория. О чем ты говоришь? Ни о чем. Короче, соврать гораздо лучше, чем разбивать витрину, правильно? Я считаю, что так... Это действительно так. Я сейчас разобью витрину, и что, им чинить придется? Это гораздо хуже. Здравствуйте. Прошу прощения, на автобусной остановке один из пропавших детей. Я только что ее видела. Возможно, вы захотите пойти и проверить. Спасибо. Да, получилось. Разве это не чудесно? Мы увидим столько зверей в клетках. Зверей в клетках? Кстати, ты отлично справилась с тем, чтобы не попасться билетеру. Очень впечатляет. О, спасибо. Но теперь нам предстоит отыскать выставку волков. Почему? Хочешь сказать, кузен Бенджамина волк? Да. Помню, он знает, где живет лис. Хорошо. Очень даже хорошо. Нифига себе, попугаи. Смотри, птичка, ням-ням. Что? Что ты мне сказал? Иди ты нафиг. Господи, неудача, следи за языком. Мне плевать, эта птица злая. О боже, нужно как можно скорее свернуть твое счастье. Без этого счастья тебе плохо. Попугай-пират, попугай-ням-ням, птица, продолжительность жизни 10-20 лет, рацион всеядный, широко распространен по всему миру, описание, твит попугаев встречается по всему миру, они много болтают, но мало говорят по делу, обычно работают вместе с человеческими пиратами, прирожденные воры, основатели фронта освобождения. И то же самое она говорит. Подлая птичка, ням-ням. Смотри, эта птица кажется довольно умной. Этот не так, поверь мне. Пойдем дальше, неудача. Хорошо. А в смысле это не так? Миш, нет варианта того, чтобы не послушать его и наоборот пообщаться с птичкой?
Продолжительность жизни 60-100 лет. Всеядный встречается в крупных городах, эти совы, как правило, держатся вблизи библиотек, книжных магазинов и кофеен. Хотя они кажутся невероятно умными, эгоцентричными, образ жизни побуждает их собирать много бесполезной информации. Живут за счет внимания. Непонятно. Забавная птичка. Ну, прикольная птичка, согласен. Ну, выглядит умной. А, это вот тот самый. Птица, фак. Лол. Такое ощущение, словно эта птица меня оскорбляет. Не обращай внимания. Она не понимает, что делает. Ну, ладно. 40-70 лет. Супер крутая птица. Так, 40-70 лет, всеядный, широко распространен по всему миру. Эти птицы размножаются с очень высокой скоростью, с разными партнерами, оставляя после себя неблагополучное потомство. Пока они занимаются бессмысленными развлечениями, их ничего не волнует. Лол. В самом деле. Смешные. Украсть семена для птиц. Давай. Я возьму семена, потому что я хочу покормить птиц, чтобы они не голодали. Действительно могу покормить? Действительно могу покормить. Вот эта птица действительно знает много неполезной информации. Давай покормим попугая, попробуем. Вот, держи. Роберт и Мэри. Вам нравится ваша работа? Нравится. То же самое скажет. Да-да. Ну, ничего интересного. Я думал, возможность будет пообщаться с ними. Да, покормим эту сову. Значит, всех покормить можно. Берда, Берда. Иди сюда, Берда. Ешь свою еду, Берда. Тебя зовут Берда? Берда. Отлично. Бесполезная вещь. Птичка, иди ешь свою еду. Я тебя люблю. Ну, мне дали достижение кормилец. Чисто ради достижения это нужно делать, короче. Так, здесь у нас... Вау, столько всего можно посмотреть. Найди зону с волками, чтобы мы знали, куда идти. Кажется, зоопарк вот-вот закроется. Ну, зона с волками, вот она. А я могу, наверное, всех посмотреть, да? Специально не проверяя зону с волками. Или нет? Но я не могу нажать. Ни на кого. А, я вообще ни на что не могу нажать. Вот, нет, попробуй снова. Вот. Нет, попробуй снова. Вот. Нет, попробуй снова. Лол. Специально всех сейчас прокликаю. Офигенно. Окей. Да разницы нету. То есть здесь можно бесконечно это щелкать? Ничего не произойдет. Здесь, видишь? Погладьте волка. Отличная работа, теперь поспешим. Знаешь, я очень раздражена, прямо совсем. Что со мной происходит? Я чую запах гормонов, что просыпается в тебе. Чего, гомов? Нет, гормонов. О, понятно. А что это? Твое тело готовится к созданию новой жизни внутри тебя. Ты испытываешь много новых ощущений, которые абсолютно нормальны. О, хорошо. Господи, я читать не буду. Действительно ужас. Кроме того, ты будешь страдать каждый месяц долгие-предолгие годы. И общество будет относиться к тебе как к мусору. Ты серьезно? Абсолютно. Кажется, мне срочно необходимы блестки. Дичь сказала. Сказал полную дичь, чел. А для фонтана лежат монетки. Да, это желание людей. За желание можно заплатить? В наше время люди думают, что за деньги можно купить все. Хотела бы бросить монетку и пожелать обратно свое счастье.
и чтобы Бенджамин превратился в хорошего лиса. Я бы определенно пошла с ним на свидание, стань он хорошим. Ты закончила здесь неудачи? Да. Ну, не совсем. Да, но не совсем. Хотела бы я уметь писать на японском, чтобы отправить милую открытку своему другу Хиро. Только где живут призраки? Прекрати врать, неудача. Призраков не существует. Ты просто завидуешь, что у тебя нет друга-призрака. Именно так. О, посмотри на эти милые плюшевые игрушки. Они все могут стать моими детьми. Не привязывайся к ним сильно. Не волнуйся, я только смотрю. Похоже на дорогу волка. Да, пойдем. Ну и ну, похоже, эта часть закрыта для посетителей. Проклятие. Тебе придется прократься мимо дворника, чтобы добраться до той стороны. Не дай ей себя увидеть, иначе она запрет тебя и позвонит твоей маме. Не беспокойся, я милая маленькая ниндзя. Я могла бы спрятаться за теми коробками, верно? Прекрасная идея. Спрячься за коробками, пока она не повернется к тебе спиной. Ну хорошо, я готова, приступим. Я могу чем прочитать здесь, чем бы сделать? Смотри, медведь на картинке ест фруктовое мороженое. Кажется, со вкусом клубники. Вкусняшка. Ой, опять она упала. Как маленькая леди-ниндзя. Очень хорошо, неудача. Теперь подожди, когда она повернется к тебе спиной. Она так спиной. А потом убить ее сзади? Что? Нет, зачем? Как ниндзя делают в фильмах. Я видела буквально все. Не говори маме. Но это не фильм, поэтому делай, как я говорю. Когда она отвернется, ты можешь выпрыгнуть и идти дальше. А, ну ладно. По телевизору это выглядело намного круче. Нет! Словно теневой мастер-ниндзя, она меня так... Рано праздновать, осталась еще одна коробка, мимо которой нужно прокрасться. Лучше смотрю, как я отлично справлюсь. Она постоянно падает. Не получилось. Маленькая ниндзя справилась. Отлично, спасибо. А что, я медведя не могу покормить или что? Это очень тупо. Ну, ачивку мы получили, окей. С медведем поговорить нельзя. Странно. Мы уже совсем близко. А если бы я попался? Может быть, медведь бы что-нибудь сделал? Спас бы меня каким-то образом. Это надо будет проверять. При повторном прохождении. Ну, нифига, вот камень, кстати. Этот выглядит как тот другой, который не был похож на остальные. Видишь? Да. Так ты понял, да? Да. Ну, смотри, подходит. Что будет написано? Путь к Синерседи искажен злобными играми мира духов. Путь к чему искажен? Не обращай внимания на эти глупые глыбы. Путь какой-то искажен, непонятно. Я лишь тоже не понимаю, что это значит. Ой, что я сделал, блин, пипец. Забирай камень быстрее. Вали, 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 вали из этого камня. Вот и волк. Вот мы здесь, и нас никто не увидел. Ты действительно доказала свои ниндзя-навыки, неудача. Но я уверен, что прятался лучше всех. Нет, это не считается. Ты не маленькая леди, как я. Это всего лишь голос. О, ты увидишь, я нечто гораздо большее.
Тем не менее, теперь ты должна пойти и встретиться с волком. Ясно. Встретиться с волком, возможно, погладить и получить адрес Бенджамина. Как ниндзя. Ну, волк похож немножко на агрессивного. Здесь написано «Canis lupus», также известный как «Большой серый волк». Его любимая закуска... Маленькие девочки в красных шапочках. О, это глупо. Помнишь пропавшие дети? Угу. Может, а он стоит за всем этим? Думаешь, он ест детей? Кто знает? Ты прав. Мы должны сдать его копам. Нет, мы не хотим связываться с полицией. Ну, ладно. Смотри, здесь записка. В ней должно быть сказано, где живет лис. Нужно забрать ее. Я не могу дотянуться до туда. Нужно найти ключ, чтобы открыть клетку. Я найду ключ, вот увидишь. Привет. Ты кузен Бенджамина? Знаешь, пушистый лис с самыми драгоценными большими голубыми глазами. Нет, я не знаю никого по имени Джонни. Кто это? Я говорю о Бенджамине. Он симпатичный лис, который в итоге украл мое счастье. Он стал мне нравиться меньше. Наверное, стоит перестать беседовать с ним и попытаться попасть в клетку, неудача. Ну ладно. Я вернусь, волк, и мы разберемся насчет Бенджамина. Ой. Очень похоже на дом, который вы заходили. Как думаешь, там может быть ключ? Не знаю, пойдем посмотрим, только тихо. Как маленький ниндзя, поняла? Как маленький леди-неудача, леди-ниндзя. Теперь нужно отыскать ключ. Я уже говорила, что найду его, вот увидишь. А ты учись, как нужно искать ключи. К компьютеру подходим. Код. Может, мы найдем подсказку в компьютере? Да, но нужен пароль. Я найду его. Пароль — это, конечно, интересно. Ключи в ведре? Не так просто это все будет. Внутри нет ключа, но, знаешь, сапожки для прогулки. Зачем лишь и нужны? Неудачи, соберись. Okay. Хорошо, хорошо. Я проверю карманы. Смотри, я нашла листок с какими-то цифрами. 8-9-4-5. Ой, стой, неудача. Кажется, ты держишь листок вверх ногами. Не мешай мне. Я знаю, что делаю. Сиди тихо. А что, если попробовать... Блин, слушай. Смотри. Сикс. Это 6. А что тогда за вторая цифра? Может быть, 2. Почему это 6? Видишь, подписано как с X. Может быть, наоборот, 8-6. Вот такая цифра будет здесь. 4 тоже. 4-2. Давай пробуем. Ой. Не, может, просто я к чему веду, что здесь секретные какие-то просто коды будут. Не такие, как обычно, да? То есть я понимаю, что здесь можно брать 8, 9, 4, 5. Но у меня ощущение, что мало ли здесь еще какие-то коды будут, которые могут вести к чему-то другому. Это интересное предположение. А что если 8, 9, 4, 5 только наоборот? То есть только девятка меняется. 8... А, так мы так описали. Видишь, тоже... А такой код тоже не работает, кстати. Ну, давай попробуем 5, 4, 6, 8.
А, ну да. О, да, неудача Рамирес Эрнандес. Компьютерный гений. Ты меня сильно удивляешь. Закрытый чат. Посмотрим, что здесь написано. Фруктовое мороженое. Это кот? Звучит безумно. Так. Понятно, что здесь написано, если что. Я не буду это переводить. Так, код от дверей. 2758... 27581. От туалета. Окей. 27581. 27581. Угу. Вроде запомнил. 27581. Если нам нужно будет. Я почему-то уверен, что будет нужно. Правила безопасности для обращения с большим серым волком. Если волк бежит на вас, готовый атаковать, то у вас не должно быть никаких сожалений о вашей жизни. Потому что, скорее всего, вы умрете. Лол. Получается, если у меня нет сожалений, волк даст себя погладить? Что? Нет, скорее всего. А может быть здесь код нужен? А, вот он. 27581. Изи. Я думал, это от какого-то туалета код, а вот ключ, кстати. Ну, кукла, кстати. Ключ здесь? О, круто. Еще одна кукла. Когда разбитые сердца избранные получить дар от мира духа. Как, ну, это понятно. Дар, говоришь? Что это? Ничего. Она не говорит, кстати, мистеру Голосу о этих куклах. Пахнет чаем. Красота. Ну, берем ключ, идем. Есть! Я лучшая маленькая леди-ниндзя! Ключ у меня! Молодец, неудача! Очень впечатляет! Спасибо! Ладно, ребят, давайте пока что закончим. Прикольно все сделано. Я надеюсь, то, что здесь есть несколько концовок, и надеюсь, то, что мы с вами идем на хорошую концовку. Но у меня есть предположение, что здесь одна концовка. То есть даже если я все соберу, все равно мы получим какую-то определенную концовку. Но было бы прикольно. Видите, вот я кукол собираю. Куклы — это какая-то важная деталь в игре, которая готова бороться, видимо, с этим голосом. То есть какое-то оружие является оружием против голоса. Либо каким-то секретом, который может нам помочь в чем-то. Либо наоборот, как раз-таки вот эти вот камни, которые мы взяли, камень, да, который мы используем на вот этих вот других камнях. Ну, то есть часть камушка вот эта вот, которая открывает там надписи, тоже что-то нам говорит. Только что там все завуалировано, поэтому фиг знает. Ничего не понятно. Но, в принципе, я буду надеяться, то, что все-таки это будет иметь значение на концовку. То есть повлияет как-то. С вами был Лекс, это была игра Little Miss Fortune. В принципе, интересно. Будем смотреть, что будет дальше. Там, смотря какая концовка будет, там уже все будет складываться, конечное мнение об игре. С вами был Лекс, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, не забываем подписаться на паблик ВКонтакте, ссылка в описании и в шапке канала. Спасибо за просмотр и всем добра.